Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Анна и проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами поговорим о пустых баночках семьи Кононовых. Буквально, может, это за полтора, может быть, месяца. Да, где-то так примерно полтора месяца. Ну что ж, закончился порошок. Нас не было. Мы были в Эмиратах, потом мы были в Москве на ассамблее и так далее. И тут у меня остались хозяюшки по дому, которые стирали все подряд. Диваны, шторы, одеяло, постели. Белье и так далее, и так далее. Поэтому закончилось много чего. Артикул 323 это такой вот обычный порошок классный. Он идет премиум качества, плюс ко всему в 3,5 раза экономичнее обычного порошка. И не забываем, что вся косметика для дома биоразлагаемая, экологически чистая, не наносит вреда окружающей среде. Далее у нас с вами 20 салфеточек, 2 пачки. 40 стирок было произведено за это время. Представляете, да, сколько много. С артикулом 344. Всегда используем их. Очень нравятся. Это влажная туалетная бумага. Она лежит у нас в туалете. Артикул 304.00. Дальше гигиенические прокладки женские 112.89 дневные. Универсальный спрей пятновыводитель. Да, маловато в этот раз, потому что Викуся уезжала. Некому было пачкать одежду. Артикул 301.51. Ну и, конечно, стирки было очень много, поэтому не пересчитай, сейчас будут пустышки. Так, ну, во-первых, гель-концентрат для стирки детского белья. Все Викины одеялки, все-все-все перестирали. Это гель-концентрат, артикул 305.15. Очень нравится тем, что он гипоаллергенной одушкой с ионами серебра, не содержит красители, фосфаты, парабены, поэтому, конечно, я беру его. Далее, биогель для стирки, 3 в 1, белые цветные ткани, натуральный цветочный микс. И у него... Действительно, знаете, такие садовые цветы, аромат очень-очень приятный. Артикул 109.00, но я такие вот почему-то натуральные ароматы не совсем люблю. Может, и полюблю когда-нибудь. Дальше много-много одинакового ультракондиционера для белья с артикулом 118.53. То есть это вот все он, представляете, сколько много. Шторы мы с ним стирали, одеяло под одеяльники, постельное белье. Я еще давала задание перестирать все то, что год лежит нетронутым, чтобы вот от запаха старых вещей избавиться. И вот целая упаковка за 3 недели ушла, представляете? Сказала вот с этим средством перестирать, потому что оно, когда постирали им 308.46 артикул и сложили в шкаф, то это до 12 недель. Приятный аромат тканей. Если вы просто постирали, надели, пошли, то он быстро выветривается. А если он в шкафу штучка на штучке лежит, то уже вот такая вот красота получается. Поэтому все-таки он нам пригождается. Продукт нужный, но не супер-мега востребованный. Он нужен бывает изредка. Далее, концентрированный гель для стирки цветного белья. 3 штучки ушло. Ну, потому что у нас что-то очень мало цветного белья на самом деле. Ой, белого белья. Артикул 308.42. Далее, для черных. Все черное им стираем. Действительно классно. Но смотрите, тут разные артикулы. Новая версия. Слушайте, а какая тут новая версия? Наверное, все-таки вот этот. Да, Black and Dark. Гель для стирки Black and Dark. Для черных и темных тканей вот, наверное, вот этот, да, новенький 308.41. А это мы еще старый расходуем 118.41. Далее, 5 штук концентрированных гелей для стирки именно белого белья. Артикул 118.42. Это супер концентрат. Он восстанавливает белизну, ребята. Он действительно ее восстанавливает. Мне очень-очень нравится эффект. Прям супер. Пятновыводитель кислородный, самый мощный, наверное, в компании. 362. Да, сейчас вам буду рассказывать. Вот этот мы взяли с собой. Чуть-чуть, немножечко, да, то есть у нас спрей закончился, я его заказала, но когда он пришел, мы уже все уехали. И вот взяли с собой немножечко вот этого, на всякий случай. И когда мы хлопковые шорты розовые детские от компании Faberlic замочили и оставили на ночь, выяло белые следы. Поэтому надолго замачивать нельзя, нужно следовать инструкции, потому что, в принципе, это первая вещь, которая была испорчена, так и то из-за того, что мы сами делов наделали. Это пятновыводитель Extra Oxy, артикул 302. 27. То есть, если написано, что его можно добавлять при стирке, замачивать, кипятить с ним и стирать, то значит на ночь мы его не оставляем. Вот таким образом. То есть, на ночь это слишком много, но белое, я так понимаю, будет белым. Отбеливатель кислородный, безупречная белизна. Артикул 328. И вот у нас еще, знаете, боюсь наговаривать вот этот пятновыводитель. Знаете почему? Потому что ощущение того, что, может быть, воспитатель Виктории перепутал баночку
пеночки и отбеливатель насыпал вместо пятновыводителя с собой в пакетик. Там не пакетик, а баночка из-под витамин. И непонятно точно, конкретно. И она вспомнить тоже не могла. Поэтому, может быть, это и не он виноват. Ну, потому что не может быть, что я почти 8 лет, 26 ноября, вот 9 лет, как я в компании, и вдруг он взял и испортил вещь. Поэтому, может быть, она попутала. Артикул 328. Вот этот отбеливатель, понятно, им нельзя цветные вещи замачивать на целую ночь. Далее гель-бальзам для мытья детской посуды. Мы им помыли полностью всю детскую комнату 305-17, абсолютно полностью, чтобы ну, и кроватку протирали, да, там матрас поднимали, кроватку протирали, матрас прочищали. В общем, много-много было различных задач. Значит, это биокапсулы для посудомойки. Тут 20 капсул. Когда к нам приходят, я, например, беру 20 штук, 20 упаковок, да, сразу могу взять, когда они по акции. Как говорят, да, скупой платит дважды, поэтому я всегда набираю по акции по 20 штук и из 20 делаю 10 пачек, потому что тут, ну, где-то половина коробки приходит. И чем удобно, тем, что вот тут сейчас не 3, а 6 пачек, да, поняли? Вот таким образом я делаю, мне очень нравится. 109.02, это у нас посудомоечка идет. Бежим дальше. Средство очищения для ванной комнаты, цитрусовая прохлада, 302.20. Ну, понятно, да, для чего он чистящий крем универсальный, с микрогранулами, такой он, знаете, щадящий очень микрогранулы, 302.53. Потом, значит, вот этот очень девочки расхвалили, но его в наличии нет, я уже 80.02 не нашла. Но очень похвалили, к сожалению, нету его. Фаберлик, гель очищающий для туалета, цитрусовый микс, он идет от всего. Кальциевого налета, мочевого камня, ржавчины, запахов в самых труднодоступных местах туалета. 302.93. Ну, знаете, такой не цитрусовый микс, а какой-то такой кисловатенький аромат. Биогель для очищения туалета номер 2. 108.98 артикул. Тоже нравится. Так, этого тоже в наличии нет. Но так как я набрала запасников, увидев по распродаже, у меня еще их тут, как вы видите, много. Но смысла нет называть артикулы. Очень нравится. И я надеюсь, что это просто будет какой-то перевыпуск. Очень хочется перевыпуск. Вот 5 штучек закончилось за этот месяц. Дальше аромат секси. 135.7. Что они тут делали с этим ароматом, пока нас дома не было. Гель для профилактики устранения засоров. Везде просто разлили понемножку. Во все мойки целая упаковочка ушла. 302.44. Дальше спрей для очищения ванны душевых кабин. 391. Очень хорошее средство. Далее обработали и так и оставили на месяц спрей для обработки поверхности с натуральным маслом Монарды. Он эффективно очищает от плесневелого налета, нейтрализует неприятные запахи. То есть мы сначала париком все прошли. Сейчас мы свой специальный такой пылесос заказали. Он, конечно, дорогущий. 60, по-моему, с чем-то тысяч. Он еще нам не пришел. Но я в сторисах на своем телеграм-канале всегда все показываю. Там сторисы двое суток висят. Но я не считаю, что это не обязательно для бизнеса. Поэтому свою личную жизнь я показываю в сторисах в телеграме и ВКонтакте. Да, на ютубе сейчас сторисы убрали. Вот, поэтому, кому интересно, подписывайтесь. Я на него все равно обзорчик сделаю, потому что девчонки ждут. И вот этот вот 112.60 мы просто набрызгали по всем ванным, душевым, ну, везде, где сыро, влажно, вокруг мойки на кухне. Несколько раз вот так вот обрабатывали, и, в принципе, вот он у нас закончился. Далее, конечно же, у нас прошла блестящая чистка всех диванов и всех кресел. Я не могу сказать точно, сколько диванов в квартире. Ну, вот, например, спальня ребенка, и мы... У ребенка вообще трансформер. У нее из дивана делается кровать, из кровати диван. То есть дорогущая такая конструкция, очень удобно. Потому что хотелось, чтобы она хорошо спала, качественно, но и чтобы место было днем отдохнуть, какой-нибудь диванчик, еще что-то, мало ли. Поэтому такую конструкцию мы приобрели для нее, потому что у нее большая нагрузка. Из-за того, что она аутист, мы занимаемся в 5 раз больше, чем обычные дети. У нас за день может быть и школа, и пение, и логаритмика, и бак, и ролики. На следующий день у нас может быть там, например, плавание, логопед может быть, дефектолог может быть, да, там нейроспециалист какой-то. И понятно, что у нее такая нагрузка, поэтому ей нужен и диван, и очень хорошая кровать, чтобы она высыпалась. Поэтому таким образом мы решили. Так, значит, Вика, мы, Катя, старый рабочий кабинет, новый рабочий кабинет, кабинет мужа и гостиная. Гостиная. Это вот сколько у нас диванов, столько 7 диванов, да, то есть вот, вот это количество ушло на 7 диванов. Плюс ко всему еще стульев, я не помню, штук, наверное, 12, может быть, и 20 тканевых стульев. Надо тоже считать, ну, сколько-то вы покупали, сколько-то выкидывали. Я сейчас вот не вспомню точное количество, они все по квартире разбрелись. А плюс рабочие кресла обязательно добрабатывать.
заказываем всегда по два раза. Вот это все, ну, я считаю, что очень даже экономно. Очень даже экономно, потому что в прошлый раз, когда мне ребенку приезжали, ну, вообще по всей квартире приезжали делать диваны, причем мы уезжали в гости в деревню к свекрови и свекру, там ночевали, жили, жарили шашлычки, все такое прочее. Уехали пару дней отдохнуть на природу, да, там Вятка рядом, речка наша, в общем, все здорово. И так получилось, что вот через два дня мы вернулись, нам диваны отработали, на следующий день мы дома не ночевали, и все равно у ребенка вышла аллергия. И я больше никогда никого по чистке диванов не вызываю. Я говорю, хорошо, если диван не будет тестироваться, я лучше куплю новый. Вот честное слово. Но вот этот пенный очиститель, есть диваны, которым уже по 5 лет, он делает их белыми, чистыми, идеальными. Ну, конечно, не всегда с первого раза, но делает просто великолепно. Поэтому у меня нареканий нету к этому очистителю. Здорово. Так, ну, это в основном робот-пылесос у нас поработал. Мы пополам с водой заливаем в бак, и он ходит антибактериалит нашу квартиру 301-36. Но так, по идее, это спрей. Хотелось бы какую-нибудь 10-литровую канистру, чтобы так много пустых баночек не чистить, не сдавать обратно в компанию. Поняли, да? Она берет в компанию обратно, и нам приходится вот это все чистить, сдавать. Каждый флакончик нужно изнутри промыть. Ножом, конечно, будет удобнее это делать. Таким образом, да, мы обдираем. И каждый флакончик мы изнутри, да, таким вот образом промываем. Это, конечно, не очень весь год. Тяжеловато. Дальше освежители, в которых я разочаровалась, но они стояли на балконе. И, наконец-то, закончились. 8006 чувственное наслаждение. Такое ощущение, что у них поменялся на корню запах. Это тоже чувственное наслаждение. У этих 8005 это у нас идет чистая нежность. Они как будто изменили свой запах, аромат и вообще стали другими. И я больше их не хочу рекомендовать. Дальше, конечно же, шарики для устранения запаха. У нас холодильник большой, двухспорчатый, поэтому 6 шариков используем всегда, 111-60, и меняем каждые 3 месяца. Так, куча различных салфеток, влажные салфетки, 114-34, кстати, больше закончилось, мы еще их сколько в дороге выкинули, то, что до пустых баночек не доходит. Влажные салфетки для удаления пятен, наш must-have, всем советую их иметь, 305-52, это просто незаменимая вещь, отдых она нам спасала в Эмиратах, ну, вы знаете, по 2-3 раза в день. Ребенка мы сводили на завтрак и хотим пойти после завтрака купаться, не заходя в номер. Ну, это нереально с нашей Викой Кононовой. Ну, нереально. У нее все время то нутелла на футболке, то еще что-нибудь. А я не хочу с грязным ребенком, я хочу с чистым ребенком ходить. Вот этими салфетками вжих-вжих быстренько и пошел. И причем вот это влажное пятно после удаления салфеток сохнет буквально минуты за полторы. Понимаете? И не надо никуда бегать, ничего переодевать. Вообще просто шикарно, супер. Влажные дезодорирующие салфетки. Ну, понятно, что их закончилось штук 15, но тут одна, 24-69. Хотелось бы, конечно, детских салфеток побольше. Это моя любовь, 305-50 с антибактериальным компонентом, влажные салфетки чистящие. Очень нравится. Где-то вместе с папачкой заканчивается. Этого уже тоже нет наличия, поэтому смысла нет говорить о детских салфетках, которыми мы пользовались всей семьей. Сейчас 0+, пока в магазине заказываем, потому что 0+ салфеток вообще не стало от компании. Так, переходим ко второй части обзора. Это рыльно-мыльное и здоровье. Это у нас жидкое мыло для рук. Кстати, очень приятный черничный такой аромат. 2501. Очень понравился. Так, два детских мыла. Это уже классика в каждом обзоре. Малинковые 2388 и конфетные 2356. Как мы смеемся. Малинковые и конфетные. Это очень понравилось мыло с персиком. С персиком и молочными протеинами. 2872. Две штуки. И вот это очень понравилось, шикарнейшее мыло, мы его перелили в другой дозатор, густое, классное, долгоиграющее, хватает на мега долго, 202-130, не знаю, если есть, еще закажу, вот реально, даже хочется вспомнить запах. И запах у него такой, знаете, кисленький, свеженький, не еловый, конечно, запах. Это у нас пена для ванны 25-92. Викуся тут купалась после дороги очень много. Мы ее 3 дня подряд купали, потому что она нервничала. Далее Tropical Mix гель для душа 24-30. Что-то он какими-то комочками желейными выделяется и может с рук сползать. Что-то мне вот этот момент не очень понравился. Может, он у нас долго лежит или что? Не знаю, да? Вот, смотрите. Видите? Это гель для душа. Его выдавливаешь, и он может взять и упасть с руки. Ну, как бы не совсем поняла прикола. Раньше вроде он нормальный был такой, а сейчас что-то зажелировался почему-то. И вот этот Бора-Бора, ну вот он
нормальный, но близок к этому. Крем-гель для душа «Тропический релакс», кстати, сегодня прям закончился. Очень нравится его нежный такой аромат, свежий, искрящий, но очень легкий, очень невесомый. Вот прям капец как нравится. 24-32. Далее бальзам 3D Volume. Действительно, он придает такой объем, потому что волосы, наверное, делают невесомыми. Протеины пшеницы, биотехнологический комплекс, который интенсивно укрепляет корни волос, заряжает волосы энергией, обеспечивает питание волосяных фолликул. Артикул 1887. Далее мороженое. Это любимый Катин бальзам 0194 для всех типов волос. У Кати жирные волосы. Так, гель для душа Бали. Тоже нравится. Кислинка такая, сластинка. 1715 у него артикул. Зимний шампунь. Нашла полупаковки в самом углу ванной. 77-72 домыла. Тоже, кстати, сегодня. Так, это у нас гель для душа. Мой самый любимый. Нежность и шелковистость. Вишневый цвет и хлопок. Очень-очень приятный аромат у него. Прям мега приятный. Артикул 2547. Дальше ламинирующий, ну, новинка на моем канале из пустышек. Артикул 183. Понравился. Но я пользовалась не только им одним, а всей линейкой целиком ламинирующего шампуня. Понравилось, рекомендую. Очень вкусно. Очень вкусно, очень приятно. В общем, прям кайфанула. Это в первый раз в моих пустышках, поэтому могу сказать, что это просто кайф, кайф, прикайф. Дальше, на всякий случай, делаю всегда маски для кожи, головы и волос. Сейчас я сняла свои нарощенные волосы и интенсивно ухаживаю за ними, потому что ухаживать стало удобнее. Артикул 1736. Дальше пару масок для волос Ultra Power. У меня тут сестра жила, поэтому, конечно, пользовалась. Артикул 1882. Я когда уезжаю, я прошу пожить у меня кого-то из родственников обязательно. Детская паста 2886. Ну, слушайте, вкуснятина еще та. Сенситив для чувствительных зубов, мгновенная чувствительность. 1657 артикул. Одна из самых-самых моих любимых паст. Вот это из сегодня почистила зубы, фу, мне не понравилось, очень сильно термоядерная. Моя кончилась, и я решила воспользоваться этой. Не понравилась она мне. Привкус все нормально, но уж слишком она мятная, чересчур. Не люблю такие сильно мятные пасты. 22-44, а вот это моя любимая, которая закончилась. Видите, я уже ее тут пыталась всяко-разно, уже зажать-сжать, уже все, ничего не выдавливалось, и мне пришлось вот этой. Ну, когда стоишь ты в ванной, да, не хочется как-то кутаться в полотенце, бежать за своей пастой, ай да ладно, ай да этой. Что-то не кайфануло, я не кайфанула. Вот это у нас идет профилактика кариеса и заболевания десен, и также свежесть дыхания. Вот она вкусненькая, хорошенькая, она такая темно-зелененькая. Смотрите-ка, выдавилась. Ну, я, наверное, что-то поделала тут. Так вот, ну вот что делать. Так-то бы хватило, да? 24-44 артикул. Вот ведь вредная паста. Наверное, суждено мне было страдать. Так, ватные палочки 910-254. Они слегка дороже, чем в магазине. Но я могу сказать, что это 100% натуральное происхождение текстуры, коробки и так далее. И с уважением к природе, да, я беру. Я беру там на 10-15 рублей дороже эту упаковку. И мне нисколько не жалко этих денег. Дальше побила пудру в поездке, что попало с ней сделала, поэтому выкидываю. Выпало все, вообще выпало, вся сумка была очень красивая, но мы уже все постирали. 65-33, тон мой прямой, еще закажу, и она у меня, кстати, еще есть в запасниках. Дальше экстра свежесть, тоже не очень люблю эту пасту, вообще не люблю. 22-45, но если, конечно, там, например, нечем будет зубы чистить, я почищу, конечно. Так, дезодорант мужа, спрей анти, что там такое болтается, а, выпало, да, спрей антиперспирант 26-79, действительно, на 3 дня, может быть, и хватает, но мы никак не можем проверить. А то он говорит, я не могу не мыться 3 дня, это ненормально. Самое большее, когда мы не мылись, это 2 суток, и то потому, что мы были очень много-много в дороге, то ли из Шри-Ланки мы домой добирались, то ли с Мальдив. Нет, Мальдивы мы были 26 часов в дороге, точно помню, мы считали. В общем, ну не можем мы 3 суток не мыться, чтобы попробовать. Не получается. Ну, есть люди, которые раз в неделю ходят в баню. Я не понимаю, как это. Ну вот все мы разные. 87-22 артикул, мой любимый гель для интимной гигиены. Далее гели для подмывания, которых нет наличия, но я их нахапала по распродаже. Это мега кислющая прямо на цвет, темно такая коричневая пенка для очищения кожи интимной зоны.
Может быть, она и хорошая, я не спорю, но на вкус, цвет и запах, ну, извините, очень сильно не мое. Вот эта вот темно-коричневая кислятина меня вообще как-то вот не устраивает. Далее, маска для глубокого очищения кожи очень понравилась. У меня еще есть две штуки в запасниках, 78-82. Такие вещи я всегда беру по карточкам Твой Бонус, по купонам. Я могу взять 3 штуки, 5 штук, если не БАДы. БАДы я лучше буду БАДы брать, да, то есть они получше. Но и эта вещь классная вообще, 78-82. Очень хорошо очищает. Маска глиняная. Еще одна глиняная маска. Это драгоценная маска красоты с артикулом 0744. Идет такой вот стеклянной упаковочке. Очень хорошенькая. Видите, да, такая шелковистая. Легко очень распределяется по лицу. Наносится. Нужно 20 минут с ней сидеть. Эта маска называется не только драгоценная маска, а маска кокон. Она удаляет поверхностные загрязнения, сужает поры, осветляет, гармонизирует тусклый цвет лица, снимает следы усталости, обеспечивает эффект сияния кожи. А если ей пользоваться все время, ну, допустим, 2-3 раза в неделю, она еще и начинает омолаживать лицо. Лопнула у меня эта штучка, очень жалко. Это вот так в самолете сумки кидают, вот представляете? Но, слава богу, полупустой у меня с собой был. Мы там остатки уже просто, ну, просто я их нанесла перед прогулкой и все. Артикул 1379. Очень ценная, хорошая сыворотка для лица, солнцезащитная, с SPF 15, антивозрастной уход идет у нее. В общем, все, что нужно для женщин за 30, которые поехали отдыхать или пошли в магазин в солнечную погоду дома. В принципе, без разницы. Хотите сохранить молодость? Вот, пожалуйста. Бальзам. Первая защита. Мазали Вики. Губки, локоточки, в общем, заусенцы. В общем, все-все-все. Вот эту всю мелочь. Очень удобно, кстати, брать с собой в дорогу их. Вот это вот первая помощь. 1701 артикул. Не знаю, есть ли он до сих пор в наличии. Это мой любимый антинатерин. Господи, ребят, это что? Это зубы ребенка моего, вы посмотрите. Это же капец. Неожиданно. Когда она успела? Ну, это реально зубы. Вот это новость. Посмотрите, прям зубы-зубы. Прям видно, что откушено. Кошмар. Фу, вот что только не бывает, а? Не знаю, какой у него артикул, точно знаю, что он есть в наличии. Он клевый и классный, и действительно очень действенный. Я им смазываю внутреннюю поверхность бедер для того, чтобы не натиралось. Вот когда особенно вспотеешь, или после моря соленая, да, внутренняя поверхность бедер, и, ну и все, что может натереться на теле, не совсем приятно. Натирается порой даже до крови, начинает сочиться. Вот эта вот вещь просто не дает этому произойти. Очень классная штука. Тоже очень классная штука. Ее уже сменили на более другую, более современную. У нее заменяются вот эти штучки. Все, полностью уже закончилось. Брала с собой в поездку. Это экспресс-карандаш для ухода за кутикулу. Артикул 7755. Очень нравилось, но и новая версия тоже очень нравится. В принципе, никакой разницы нет. Далее уже подсохла у меня тушь для бровей. Артикул 5259. Я даже не знаю, есть ли она такая в наличии. Вот с такой большой кисточкой. Да, сейчас кисточки намного меньше у нас с вами. За это прям большущая. Но у нее, знаете, такой тон. Подсохло, очень сложно нанести. Вот такой вот прям коричневый. Не всегда, не под все макияжи, то есть редко пользовалась, но стабильно открывала. Дальше приехала из отпуска, стала краситься тушью. Это тушь Miss Curl Mascara, по-моему, называется. Артикул 5761. Очень классная тушь, но тоже уже начала комковаться. Но она точно более полугода открыта. Месяцев, наверное, даже 8-9. Такая вот тушь, которая уже, ну, просто изжила свое. Но на самом деле красотка. Мне понравилась она, и с превеликим удовольствием закажу еще. Реснички прям клевые, классные получаются. Такие вот суперские. Далее Global Oxygen. Это у нас кислородный бальзам с артикулом 5806. Ну, он от всего идет, да, я вам рассказывала. У меня в каждом обзоре, даже для усиления кремов. Это у нас идет кислородный мусс для глубокого очищения лица. Артикул 5793. Тоже очень нравится. Кожа прям скрипит после него. Раз в недельку я это делаю. Но у меня сухая кожа. Вот для жирной кожи его можно делать и пару раз в неделю. Бежим дальше. Спрей Axiology, кстати. Забыла его снять в Эмиратах. Мы там израсходовали аж 2 штуки. Вот когда идешь на обед, там, ну, самая-самая жара, хочется чем-то лицо сбрызнуть иногда, так издалека чуть-чуть. И вот 3 штучки мы израсходовали на 5. Артикул 0256. Вика постоянно просила, ей нравилось. Это мой обычный основной уход. Мицеллярная вода. Это первый слой очистки 28-19. Потом второй слой очистки. Это
очищающее молочко 0,971. Это если я пользуюсь мицеллярной водой, значит, я не пользуюсь этим. Если я пользуюсь этим, то я не пользуюсь мицеллярной водой. Остальное все использую. 28,20 это гель для умывания. Кстати, очень понравился, хорошо пенится. Далее, гиалуроника. Это у нас увлажняющий тоник для лица. 28,21. Скажу, что я начала задумываться по смене тоника, потому что тоник с коллагеном, линейки коллаген, мне понравился по увлажнению и уходу больше. Попробую еще раз его закажу, посравниваю, да, качество кожи, потом вам расскажу. В пустышках у меня была одна штучка, я его с превеликим удовольствием израсходовала, но расходовала я его в самые сложные времена жизни, где был стресс, а стресс он на кожу влияет. Но стресс в хорошем смысле, он тоже же стресс, вы должны это понимать. У нас было очень много радости и смена климата, это же и ассамблея, и свое мероприятие, и 2 дня ассамблеи, это сначала из Кирова в Москву, в Москве мы прожили где-то 10 дней примерно, потом мы уехали сутки в дороге, потом, значит, 12 дней в Эмиратах, потом опять из Эмиратов до Кирова добирались, вот это все, и тоник я вот так вот и израсходовала, да, вот за этот странный такой вот месяц в путешествиях, и понятно, что у нас 27 или 8 дней дома не было, точно не сосчитаю, без мужа, потому что он все билеты покупал, он помнит, поэтому, ну, не знаю, мне как-то он вроде бы больше понравился. Дальше, Body Scrub, артикул 25-38, нормальный, добротный, но вот этот круче, намного круче, пока что вот он мой фаворит, хотя мне еще вот этот нравится, но он мне, наверное, знаете, он мне просто надоел, оранжевый такой, господи, как у него фирма-то, ну, наш Faberlic, вот, а это BSC, да, то есть в Faberlic есть скраб и в BSC есть скраб, в общем, 202-510, антицеллюлитный лифтинг гамаш для тела, BSC, тоже безумно понравился, хорошо полирует кожу, замечательно. Далее пошел магний, у нас магний халат, но его обязательно на ночь хотя бы пару штучек надо выпивать. Артикул 158-01. Хотя бы одну штучку на ночь магния надо пить. Но же взрослым 2, детям 1. Так, это у нас, но стресс пропила Викусенька наша, 157-25. Мы через день по пол таблеточки давали на ночь вместе с магнием. Магний каждый день давали, а это через день по пол таблеточки. Потому что у нее вот эта смена климата, переезд и так далее, у нее набирался негатив. Мы его, хоп, спи лучше. Так, ньютоник тоже пропила Викуся, 157-32, очень понравилось. Дальше иммуномодулятор Forte, нет, это иммуномодулятор систем комплекс, артикул 156-78, он пьется за 40 минут до еды, хотя пишет во время еды, но мой врач сказал за 40, живится, когда кто-то начинает заболевать, вот 157-28, начинает пить по 5 штук 3 раза в день и уже могут не разболеться, это факт. Так, дальше, значит, антипаразит комплекс пили мы. Так, это на экстракте черного ореха, 157-63. Он не только от глистов. Мне недавно такой вопрос не очень умный задали. Вы что все глисты лечите? Он не только от глистов. Он от микроорганизмов, он от вирусов, он от бактерий различных, он от плесени, понимаете, от грибков, он от всего. Не только от глистов. С чего вы взяли, что он только от глистов? Куркумин. Когда кто-то болеет, пьем в увеличенных дозировках 158-00. Он очень хорошо лечит кишечник, если есть воспаление в кишечнике. Ну, если вы едите глютен, то воспаление есть 100%, как говорит мой доктор. Гепатофорте, это я пропила, 157-59. Нравится очень эффект, особенно когда изжога. Выпиваете пару штук гепатофорте, и изжога просто проходит. Так, дигидрокверцетин. Ну, мы столько не выпили, сколько тут у меня стоит. Вот, чтобы вы понимали. Это мы из одной делали 3 штуки. Поняли, да? Из одной мы делали 3 штуки, отправляли папе. Поэтому дигидрокверцетина реально много. И омеги реально много, потому что папочки отправляли. Вот из одной баночки омеги выходит 2 баночки. Поняли, да? И мы из одной в 2 пересыпаем. И, допустим, ему посылаем 5 штук. И он думает, что это 5 штук, а на самом деле там 10 упаковок по 60 капсул. То есть 120 капсул мы ему вместо 60 отправляем, и он пьет. Поэтому столько много. Ну и мамульке понятно, да? Артикул 157-79. Гидрокверцетин, их вот так вот на дне, их всего 30 капсул, и поэтому мы 3 банки в 1 помещаем, и получается мы по пуле увозим 90 капсул. Папе их нужно пить по 2 штуки 2 раза в день, потому что ему, во-первых, уже скоро 80 лет, во-вторых, он, к сожалению, был парализован уже почти 6 лет назад, он ходит с палочкой, у него левая сторона не работает, он может двигать, но это все очень замедленно, в общем, надо пить. Он еще пьет очень много у нас нейропротектора от чистоты.
И, кстати, нейропротектор дал ему ясность ума, то что-то такое ему не хватало. Поэтому дигидрокверцетин, вот как хорошо, что все эти пустышки забирает Фаберлик, что это все не на помойку идет. Кто не сдает, ну извините меня, почему вы не сдаете? Сдавайте. На всех пунктах выдачи сейчас, в России особенно, про другие страны не подскажу, честно, не знаю, надо спрашивать у лидеров, но в России точно везде можно сдать пустые паночки. Так, значит, витамин D3, артикул 157-77, пьет Витуся, Катя, я, мама, папа, в общем, все тут пьют. Это выпила я, что-то с желудком у меня не особо было, а он очень хорошо дает, прям, знаете, такое облегчение. Артикул 157-39, нравится, пью его очень редко, потому что он идет с сахарзамами, они не все сахарзамы, как оказывается, полезны. Пихтовита, 157-35, 10 капель за 40 минут до обеда. Каждый день, без перерыва пьем. Очень полезная штука, тоже латает кишечник, все. И мега чистейший состав. Тут кроме клеточного сока пихты сибирской нет ни одного консерванта. Видите, водный экстракт хвои пихты сибирской. Больше ничего в составе нет. Даже деткам можно. Викуся у нас тоже, кстати, пьет по 5 капель каждый день. Витамин С плюс цинк 158-89. Обязательно надо пить. Значит, ливер суппорт, кардио суппорт и иммуномодулятор Форте. Форте я уже вам показывала, ливер суппорт. Это печенка 156-86 и кардиосуппорт, это у нас сердечко, вот не знаю, новый вышел 156-84, будет ли совпадать, вот это старая версия, где серые крышки, это еще старая версия, из-за перебоев с БАДами я лишка набрала, но я это люблю, потому что мало ли что, срочно надо бывает собирать сумки и везти, вот у меня тут мама опять подцепила ковид, вы представляете, опять, уже третий раз, и я быстрее поехала, я ей и кардио, я ей и печень, потому что антибиотики ей там начали совать, я ей D3 увезла, сразу же по 12 тысяч в день, пока колют антибиотики, надо D3 пить, а одна капсула 2000, ну, представляете, да, сколько надо таких штучек на месяц, и иммуномодулятор, и пихтовиту для кишечника, и восстановление кишечника, плюс я ей увезла про и пребиотики, я ей увезла про биофул, сказала, месяца 3 это пить надо, потому что маме 76 лет, как вы понимаете, тоже уже не девочка, надо себя беречь, дигидрокверцетина я ей увезла сразу же, по 2 штуки 3 раза в день после еды, омега по 2 штуки 3 раза в день. То есть такая вот горсть, она пьет и говорит, слушай, правда, я, говорит, намного лучше себя начала чувствовать буквально за 3 дня. Ребят, за 3 дня, слава богу. Соль, которой уже нет в наличии. Приправы тоже очень нравились, на постоянной основе заказывали, бабац, их нет в наличии. Кофе, доброе утро, на сайте есть, добрый день, на сайте нету. 16.048, не знаю, может, они все-таки кому-то не зашел, кто-то из человеков, как у меня ребенок любит, такие человеки, да, кто-то из людей пожаловался, 16.049, но не знаю, мне очень нравится. Нравится этот кофе, я прям кайфую от него. Далее коктейли Wellness, ну неохота, если готовить завтрак, то коктейли очень быстро уходят. 157-37, это бананчик малинковый 156-52, ванильный 156-50, такие вот клевые, классные. Дальше поехали. Псилиум шелуха подорожника, это печем выпечку. Тут будет рецепт, артикул 157-64, очень хороший шелуха подорожника псилиум. Пищевые дрожжи, их больше нет в компании, очень жаль. Кетчуп классический, не знаю, если есть, еще куплю. Очень вкусный, 160-50, даже моя воображуля, старшая дочка, и то его соблагозволила кушать. Причем спрашивает мама, где он стоит и так далее. 157-30 коралловый кальций. Это любимый фитоконцентрат мужа, артикул 157-15, он как энергетик, кстати. Detox Эвинг, это травяной сбор, очищение вечер. Тоже кто-то пил, не я пила, кстати, 156-73, кто-то из девчонок, видать, выпил, кто у меня тут работал. Дальше, антистресс, успокаивающий чай, 156-67, слушайте, ну, такая ласковая штука успокоительная, господи, как он мне понравился, так он мягко действует, я его сколько раз пила, вот, просто соображаешь так же хорошо, но спокойно, и даже больше хороших мыслей в голову начинает приходить. Вот как-то вот он так действует, вообще прямо супер, супер. С него не хочется спать, с него хочется действовать и работать, мне понравилось. И засыпаешь спокойно, и всю ночь спишь спокойно. Еще если магния добавить, вообще взрывная смесь. Утром проснетесь, танцевать точно захотите. Противовоспалительный 157-50, у меня ползуб мудрости, я его пойду дергать. И сейчас вот пью эту оливу, вот как раз сегодня допила, новую уже открыла. Кстати, хорошо помогает, и иммунитет тоже. На данный момент пью я зуб-опух 157-70. Такая вот куча мала пустых баночек семьи Кононовых. Хоть нас и дома не было, но тут жила моя сестра, тут прибирались девочки. То есть жизнь кипит. Посмотрите, сколько всего. Ну все, всем пока-пока.